Рассмотрим ситуацию. Вопрос. Если граница земельного участка, ну, соответственно, и забор, установлена с нарушением статей градостроительного кодекса о разработке проектов межевания, то это можно доказать в судах или бесперспективно? То, что делают земельщики, проектами межевания назвать нельзя, так как они определяют границы только по отношению к одному объекту, не учитывая никаких общественных интересов. К сожалению, качество работы землеустроителей оставляет желать лучшего. Еще хуже, когда заказчик работ умышленно пошел на захват чужой территории при помощи исполнителя. В этом случае единственный вариант защиты – это суд. Во-первых, необходимо обратить внимание на срок исковой давности. Здесь идет речь о том, когда стало известно о нарушении права. Во-вторых, найти грамотного землеустроителя, который сможет, проведя замеры, установить нарушение, в идеале, когда работы будут заказаны вашим юристом или адвокатом. Как правило, проблемы возникают из-за того, что при оформлении нарушаются требования закона по согласованию границ с соседями. Согласование границ проводится со смежными соседями. Закон гласит, что эту процедуру можно проводить, пригласив на собрание заинтересованных граждан или решив данный вопрос с каждым по отдельности. Зачастую нечистые на руки исполнителя организуют фиктивные собрания и рисуют результаты в протоколе. Перспективы же судебного разбирательства зависят от того, действительно ли были нарушены ваши права и правильно ли выбрана юристом правовая позиция. С вами был юрист по недвижимости Евгений Корсакин. Если остались вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч, друзья!